Семья – это территория королевства женщин. Там есть всего один подданный. Это ваша империя. Семья – это есть ваша империя. Королева себя чувствует королевой, а подданный себя чувствует реализованным мужчиной. Это ваш труд. У мужчин есть генетический идиотский рефлекс. С ворота в пещеры заходит, свои копии ставит в сторону, перья вынимает, с волос или с задницы, в сторону кладет, боевые раскраски этот, и у него наступает такое состояние, что ничего не делает. Любая социальная из окружающего мира, какие-то условности, что он должен с чем-то шевелить в этом доме, кроме основного его назначения. Чувство внутреннего сопротивления, нахрена мне эта семейная жизнь. Надоело все это. То есть у мужчины рефлекс, восстановление, активация, форсаж, и дым со всех отверстий начинает выходить перед собой. Это у порога на улице. Вот это охотничий навык у них работает. Самое главное, что две стороны не должны вмешиваться. Мужчина терпеть не может. Он понимает, даже он может хотеть сказать: «Женочка, приходи мне в то место, где я работаю». Кому из вас, мужики, нравится, когда ваши жены или как жена приходят к вам на работу? Кому из вас нравится? Поднимите руку, посмотрите. Вы можете терпеть. Вместе что работаете? Что, у вас второй брак? Да. Да. Третий, да? Почему я сказал, у вас второй брак? Вы после того, как уедете отсюда, быстренько разбежитесь по разным работам. Если вы хотите до конца жизни вместе быть и сладкими парочками ходить. Все равно, я вас очень прошу, потому что пустота психологию еще природа не отменила. Самые крепкие семьи, когда у них есть свои тайны. Что она должна быть, где его носят, да, этого моего козла, да, кобеля. И 24 часа в сутки находиться, это означает гарантийный развод. Исключение всегда есть. Не попробуйте, извините, пожалуйста, что, чтобы эту территорию проводили исследования. Исследования. Есть территории, где есть основной информации 9 к 1. Всегда есть исключения. Но есть территория, где сток-сток. Вот именно в этот момент я скажу, поднимите руки, пожалуйста, или что-нибудь такое из-за этого. Вот здесь исключений нет. Вот за этого настоятельная рекомендация по собственному усмотрению. Не меняйте, берите на вооружение. Здесь исключений есть. Ну зачем рисковать, когда шанс составляет всего около 5-6%. Исключения всегда есть, но не рискуйте. А вдруг вы не находитесь в этом 5%? Женщина имеет очень высокое, уважаемые дамочки, дамы и дамище, поднимите руки, пожалуйста. Выше, выше, выше. Хорошо, кто рожден в женском поле, в теле? Запомните, у вас есть эластичность нервной системы, которого нет у мужчин. Через себя, через свое желание, через свое хотение не судить. Спасибо, а мужчин? Даже если узбекская пословица, у мужчин один жест выложено в теле, а у женщин 40. Эластичность женщины – это такова
Вы любой, когда вы начинаете уставать, мужчина уже подыхает. Это так. Через себя не судите.